Неужели вы не рады? Прошу прощения, нет. Мы ведь так долго этого ждали. Если бы я мог, я бы уплыл далеко-далеко. И не вернулся бы вообще никогда. В Индию или в Китай. И прожил бы там в безвестности и покое. Петр Федорович, я пытаюсь вас понять, но никак не могу. А с сегодняшнего дня я приступаю к медицинским опытам. Может, людей можно понять, если начать резать их? Может, людей можно понять, если начать резать крыс? Что вы такое говорите, Петр Федорович? Простите меня. Мне нужно побыть одному. Может, вам снилось что-нибудь ужасное? Ужасное? Мне снились вы. Мне бы 3 сотни таких молодцов и высадиться в Дании, ты бы увидел блицкриг. Зря смеешься. Хорошо, что у вас их нет. Форвард! Марш! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Абталон! Хальт! Уйт! Ой! Здравия желаю, ваше высочество! Ура! 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 Благодарю за службу! Ура! 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 Ух ты, морда! Благодарю! Рюлик ты мой! Благодарю, орел! Дай я тебя поцелую! Благодарю! Ну ты пес! Благодарю за службу, капрал. Экзекуция! И предатель! Дезертир! Крыса, крыса, крыса! Предатель! Предатель! Иди сюда! Перестаньте! На! Петр Федорович, шутка несколько затянулась. Преступник будет подвергнут страшной пытке и разрублен за измену и предательство. Понятно? Понятно. Я буду любить вас. Таким, какой вы есть. Я привыкну. Привыкайте. На!